Здравствуйте, я Анна Касаткина. Вы смотрите новости от компании InstaForex. В понедельник немецкое бюро статистики сообщило, что в августе 2012 года сальдо баланса внешней торговли страны осталось положительным и составило 16,3 миллиарда евро, хотя показатель все-таки сократился по сравнению с предыдущим месяцем. В июле профицит торгового баланса ФРГ был равен 16,9 миллиарда евро. Касательно мнения экспертов, нужно отметить, что они предполагали более сильное снижение до 15,2 миллиарда евро. В то же время объем экспорта из крупнейшей экономики Европы продемонстрировал существенный рост в последний месяц лета. Уровень вывозимых товаров из Германии повысился на 2,4% в пересчете на месячные темпы роста. Для сравнения, в июле увеличение было куда более скромным – всего 0,4%. В августе эксперты рассчитывали увидеть прирост на 0,6%. При этом импорт в Германию вырос на 0,3% в августе, обогнав прогноз, равный 0,2%. Следите за последними новостями в мире финансов с компанией InstaForex. До свидания.